Около 3,5 миллиона рублей получила мэрия Биробиджана на стерилизацию бездомных животных в 2021 году. Пока с исполнителями общественной организации «Добрые руки» подписан договор на первый квартал. Средства муниципалитету выделены благодаря соглашению с Управлением сельского хозяйства правительства ЕАО. Перечень заявок и обращений сформирован. Осталось оформить документы. Мы минимизируем все вопросы, связанные с бесконтрольным размножением, да, домашних животных. Вот, ну и, соответственно, снизим численность, да, бродячих собак и все, что с этим связано. Параллельно мы займемся также работой и регистрации домашних животных для того, чтобы взять ситуацию под контроль. Пока же проблема с бездомными животными остается острой. Хвостатые продолжают страдать от холода и голода, а люди попросту боятся собачьих стай. По словам ветеринаров, эта процедура в большинстве случаев положительно влияет не только на физическое состояние, но и на психику четвероногих. В половую охоту, запускаются природные механизмы, при которых животным надо взбиваться в стаи, показывать свою доминанту, потому что, как в природе сложилось, должен скрещиваться тот, кто самый сильный, чтобы передавать более сильный ген. Вот. Это природа заложила. Естественно, когда мы убираем гормоны у животного, то и агрессия пропадает. По мнению зоозащитников, стерилизация – единственный гуманный способ контроля за размножением бездомных животных. Популяция сократится не сразу, а вот причину формирования стаи – период свадеб – минимизируют. Да и моральный аспект никто не отменял. Кем мы растим наших детей? Если они видят это ежедневно и считают это нормой, когда лежит, бьется в муках, в агонии умирает животное, ему никто не помогает, это считается уже нормой в нашем обществе. И это совсем нехорошо, и вряд ли сможем воспитать какое-то поколение отзывчивых, хороших людей, если на наших улицах происходит такой геноцид против хвостатых. Напомним, в Биробиджане работа по ОСВВ, отлову, стерилизации, вакцинации и выпуску началась в конце прошлого года. Тогда, в декабре 2020-го, процедуру прошли первые 16 собак из разных точек города. Работа с некоторыми изменениями продолжится и в дальнейшем. Алена Шот, Александр Скопенко, новости 21. Вот Денис у нас сегодня...